Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня будет крайне необычное видео, сегодня будет очень необычная прокачка. Я вас прошу отнестись максимально лояльно и не писать всякой ерунды в комментариях, наоборот, поддержите этого парня, потому что, ну, к сожалению, ему повезло меньше, чем нам с вами, потому что он с детского дома. Он мне написал, что он хочет попасть в прокачку, я, конечно же, не мог отказать, потому что такая ситуация, вы сами понимаете. Если вам нравится подобный формат, мне будет очень приятно, если поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, а мы начинаем! MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ребята, это Максим. Максим, поздоровайся. Всем привет. Максим, расскажи что-то о себе. Кто ты? Откуда вы ты? Мне 13 лет. Я из Минска. Хорошо, Максим, еще такой, ну просто извини за столь нескромный вопрос, просто много людей будут думать, что это обман. Давай сразу, просто один раз ответишь, я больше не буду поднимать эту тему, я понимаю, что это не очень красиво. Как я понимаю, ты из детского дома, правильно? Да, хорошо, я понял. Все, больше вопросов этот не поднимаем, потому что я сам понимаю, что это не очень хорошая тема. Так, ну что ж, дружище, ты готов к прокачке? Да. Как давно ты меня смотришь? Давай рассказывай. Ну, еще с Блокстрайка. С Блокстрайка, то есть ты меня смотришь уже, получается, целых 2 года, правильно? Да. Ну что ж, давай посмотрим, какой у тебя инвентарь, потому что мне очень интересно. Я смотрю, из скинов у тебя только один артик, правильно? Mm-hmm. Расскажи мне, пожалуйста, да? Ты мне писал в ВК, но где я тебя нашел? Я тебя нашел где? В Дискорде, да. Поэтому, ребятки, если где попасть тоже в прокачку, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и сидите в моем Дискорде, потому что именно там я выбираю людей для прокачки. Да. Ну все, я покупаю твой скин и считай, тебе очень сильно повезло. Все, купил. Кенда пока купил скин. Я вижу, ты в шоке, да? Ты думаешь, что это рофл? Не, братанчик, это все правда. Для тебя мне ничего не жалко. Так, ну что ж, выбирай 20 кейсов, какие кейсы мы купим. Давай на твое усмотрение. Я псих, я хочу 10 фейбл и 10 ориджин. Как по мне, это самые крутые кейсы в мире, согласен? Да. Покупаем и 10 ориджин кейсов. Покупаем. Ну что же, с каких кейсов мы начнем твою прокачку? Я предлагаю начать с фейбл кейсиков. Как ты на это смотришь? Потому что, ну, тут есть такие замечательные ножи-бабочки, что я просто не могу, ну честно. Ох уж эти ножи-бабочки. И я скажу так, мне ни разу в жизни не выпадал нож-бабочка. Возможно, прямо сегодня тебе выпадет нож-бабочка. Так, ты готов? Да. 3, 2, 1, полетели! Нож-бабочка! Слушай, эпик. Ну нормально, согласись, первый кейс эпик, начало нормально. Открываем кейсик дальше. Давай еще один фейбл кейсик, я хочу добить нож-бабочку. Хотел бы себе нож-бабочка Легаси? Конечно. Какой твой самый любимый нож? Ну, Легаси, да. Да, Легаси, красавчик. Сейчас я постараюсь прям для тебя, братанчика, выбить Легаси. На, выпадает М110 Кибер. Блин, ну я не знаю, ну чё нам так не везет. Так, давай еще. Вот я сделал буст, а брата делал буст. Дружище, давай, как обычно. Знаешь мою тактику кулачка? Поднимай кулачок, как я. Давай. И на счет 3 открываем. 1, 2, 3. Полетели. Нож, бабочка, нож. Так, UMP 45 Cerberus. Я тебе скажу честно, я сам играю с ним скином. Вот я тебе не вру, я сам играю с ним скином, поэтому... В смысле, как ты играешь? У тебя же его не было. Нет, я говорю, я у друга играл с таким. А, у друга играл. Я понял. Не, скин обалденный. Так, ну что же, открываем еще один кейсик. 3, 2, 1, полетели. Нож-бабочка. Нож-бабочка, ты это видел? Белая полоса. Сейчас нам навалит. О, еще и снотрек. Нифига себе. Дружище, ты готов? Да. По 10-бальной шкале, насколько ты готов? На 10. Давай, братанчик, полетели! И прямо сейчас тебе выпадает обратно М110 Кибер. Я понял. Давай, дружище, скажи заклинание. Потому что без заклинания никуда, видишь, не наваливают вообще ни в какую. Давай, жду заклинания от тебя, топовое какое-то. Абракадабра, скин выпадабра. Абракадабра, скин выпадабра. Абракадабра. Опять М110 Кибер. Блин, дружище, плохое заклинание. Максимка, смотри, какие надо говорить заклинания, смотри. Максимимус, ножимус, минимус, тримус, выпадимус. Сейчас 3 ножа выйдет с одного кейса, ты сейчас обалдеешь. О, Легаси прилетела, Легаси. О, легендарка, твоя первая легендарка, прикинь. Вау, вот это круто. Слушай, первая легендарочка. Так, ну что же, полетели дальше. Ты готов? Да. Давай, 3, 2, 1, открываем кейс, и тебе выпадает, так,
Вау. Ну, слушай, согласись, скин на P90 тоже должен быть. Но согласись, правильно? Лишним не будет. Так, дружище, давай сейчас, короче, надо постараться по максимуму. Прямо сейчас давай будем говорить «нож, бабочка, выпадай». А вот просто будем говорить «нож, бабочка, выпадай». 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 Давай быстрее, поговори, поговори. «Нож, бабочка, выпадай». «Нож, бабочка, выпадай». «Нож, бабочка, выпадай». Вау. Давай так сейчас. Подписчики, ставьте лайки. Подписчики, ставьте лайки. Давай. Подписчики, ставьте лайки. 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 Ну, неплохо, Эвенфал, слушай, мы, по сути, тебе уже собрали почти весь инвентарь. Надо еще выбить какой-то скин на КР. На скин на КР мы выбьем с Origin кейса. Так, открываем кейски дальше. Какой хочешь скин помимо ножей бабочки? Что хочешь помимо ножей бабочки? Наверное, М4 Самурай или что? Лизард. А, я понял, постараемся. Лизард выпадает для Максима, для моего братанчика. Лизард, ну я же просил Лизард. Египетская сила, где же этот чертов Лизард? Полетели! И на выпадает, возможно, еще будет Character Shot Hunter. Возможно, а Character Shot Hunter, но нет, на выпадает Desert Eagle Predator. Ну слушай, я считаю, что тоже неплохо, будет хоть какой-то скин на Desert Eagle, согласен? Нет. Смотри, а у нас осталось, получается, ровно половина кейса. Блин, дружище, надо постараться выбить тебе нож. Я сейчас буду стараться просто со всех сил. Ножемус, иди сюда, смотри. Еще буду ловить нож. Нож. Так. Блин, поднялся гуль. Так, давай, сейчас буду ловить нож. Давай, дружище, ловим нож. Как только пролетает нож, руками пытаемся его споймать. Так, нож. Ну. Один. Давай, пальцы за мной закрывай. Один. Два. Три. Поехали! Пожалуйста, Character Shorthunter статрека, Character Shorthunter статреки, нападает P350 неон. Ну слушай, что там вообще не наваливают? Осталось ровно 5 кейсов. Давай, за всех друзей Максима, открываем кейс. Кстати, что бы ты больше всего хотел бы с Origin кейса? Легендарка! Еще одна! М4 Некромансер! Да, капец, я прям сам рад, как будто себе выбил. Давай, это за друзей, еще один кейс за друзей. Поехали! За всех друзей! Ну, блин, P90 гуль. Опять. У нас осталось ровно 3 кейса. Давай так, вот скажи, вот представь, что Origin кейс это человек. Скажи ему пару приятных. Пожалуйста, хоть ты. Ой, блин, Максимка, ты лагаешь. Ну ладно, я скажу за тебя. Origin кейс, если сейчас Максиму не выпадет ничего хорошего, я тебя тупо с локтя, понял? Все, ща выпадет, смотри, я его напугал. Ща выпадет. Origin кейс, давай. Да опять P90 гуль. Слушай, у тебя этих гулей уже, блин, обалдеть и больше. Давай нас не огорчай, иначе мы с Максимом тебя вырвем с локтя. Максим, с локтя, правильно? Вот это вот так, да? Да, Максим, правильно. Полетели. Просто не огорчай нас, Origin кейс, и давай порадуй. Блин. И у нас остается ровно последний кейс. Максимка, ты готов? Да. Закрываем глаза. Первый кейс закрываем. Закрываю глаза. Так, я закрыл. Блин, лишь бы что-то хорошее. Это наша последняя надежда. Максим, на счет 3 открываем. Давай. 1, 2, 3! АВМ Феникс. Блин, мы пытались, но тебе выпал АВМ Феникс. Максим, вот такая вышла прокачка, скажи пару слов, ты хоть доволен хоть чуть-чуть? И понимаешь, что не выпало арканы? Ну давайте так, если вы, ребятки, напишите много хэштегов «прокачай Максима еще раз», то я его еще раз прокачаю. А вы, мои уважаемые подписчики, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой инстаграм, потому что именно там я выбираю людей для прокачки. И, конечно же, на мой дискорд, там я тоже выбираю людей для прокачки. С вами был ваш Кент АПК и... И Максим. Всем удачи и всем пока.